До последнего мы, конечно, не знали, сможет ли он сегодня приехать, потому что именно этот человек действительно играет в истории. У него очень важная информация, без которой наш сегодняшний разговор был бы совершенно... Вы сотрудник правоохранительных органов. Какая у вас должность? Сейчас я занимаю должность инспектора Долгинского отделения полиции, старший лейтенант полиции. На то время та же должность, то есть участковый инспектор милиции. То есть, ну, по сути, участковый. Да. Окей. Поли вырешил, что хочет стать милиционером. Я подал документы только в этот вуз. Больше не могу никуда не подавать. Wait. I thought you fighting. Wait. I think you were dead. Wait. That's why I didn't go and kill you. Wow. What the heck? Yeah, we play what was. Yeah, what was? We got back tomorrow, I guess. Okay. Okay, what do you do now? I am the Wopwas! Wow, I didn't even know anything right there. Oh, we're the call. That's the first right there. Oh, yeah. Why is it so dirty here? What the? Oh my god, это Unruly Boss. Вот сейчас сказал, что это ваша. Вот к вам приходят наркоманы, зачастую, они не приходят, пожалуйста, доброе утро. Вы приехали на передачу и просите о помощи, вы собрали целый крайний в том, что вы нам говорите. Вот вы знаете, что вы нас тут за дурачков держите. I am... Сидят перед вами вообще. Уважаемые, которые десятилетиями в своим делом занимаются, вы им говорите вещи на уровне детсада. Мне какой-то человек перед... Я уеду в лечебе. Вот в этом она... It's a 10 seconds! Oh, I'm gonna drop my release! Wait, what? Wait, Dad fished? Hello? Oh, God!